такой, я его еще называю иногда лопата. Кого, Александра или удар? Нет, удар. Удар. Да. Ну, важно вот для тех, кто тренируется, чтобы вот по всей дистанции был такой прямой удар, как у Александра. То есть практически как бы вы рукой ставите шар под шар. Ой, ой, такое сложное забивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, как он целится. Это все вот это вот... Кто у нас? Евгений Сталев упоминал, да? Луза там. Или просто там какая-нибудь простая проводка. Так, сейчас, секундочку. Опять... Обводить будет. Да, Массе играет. Поломарь. Неудобно же. Ну, проще отбор-то просто сыграть, если он хочет. Ну да. Но он-то ведь, Александр Поломарь, за красоту спорта выступает всегда. Ну, в общем-то, эта красота ему надо отдать должное. Дорогие друзья, результат редко, редко вот такие удары... Ну, иди же! Я думаю, что достойно аплодисментов. Совершенно справедливо аплодирует ему зал. Потому что, ну, да... Да, я хотел сказать, что такие удары как бы можно встретить в эту игру, но... Но редко не пошел шар. Ну, по большому счету, для таких ударов должен быть отдельный кей. Конечно, тем кием, которым ты играешь в бильярд, он, в общем-то, предназначен для таких параллельных больше ударов. Ну, максимум дугообразных. Ну, вот, пожалуйста, сейчас сыгрывает. Ну, я надеюсь, хотя бы повтор этого шара мы увидим. В этом как бы весь Александр Поломарь. Да. Вот сверху вниз. То есть это не пропих, потому что удар идет сверху вниз, нет второго с ударения с шаром. Хочу напомнить, что многие спортсмены теряют в игре именно из-за того, что не могут себе позволить расслабиться. И вот напряжение бывает больше съедает возможности бильярдиста, чем вот иногда даже... Один там, другой бесшабашный, так, со стороны удар, да? И Александр отмечал, что когда есть крепатура в голове и в мышцах, то есть вообще нет выигрыша. Ну, а поскольку результат-то приносит это Поломарю, да? То есть не один турнир он... Я помню, что турнир-то проводится в Ялте. Это территория суверенного государства Украина. И, естественно, все болеют за своего соотечественника. Хотя... Надо признать, да, так сказать, уровень понимания публики ялтинской бильярда, поскольку она точно так же с большим удовольствием аплодирует и Евгению Сталеву, к примеру, да, если он совершает что-то из ряда вон выходящее. Но вот, к сожалению, в последнее время он совершает вот подобного рода вещи. Евгению это не помешает. Может он, легко совершенно может справиться с таким ударом. Ой-ой-ой. А как же он срывает его? Вместо того, чтобы справиться... Сверху он... вниз, специально, чтобы два борта был отскок в угол. Становился шар, чтобы вот этот шар был как бы вне зоны сыгрывания. В общем, неудачно делает удар. Да, и вот таким образом Александр Поломарь выводит себя в финал ялтинского турнира. Таким образом, дорогие друзья, мы знаем всех тех, кто... образует финальную пульку. Это Александр Поломарь, Каныбек Сагынбаев и Владимир Меркулов. У тебя сейчас вот свою игру получилось показать в полном объеме? Нет? Очень плохо. А где ошибался больше? На свояках ошибался. Ну, с чем связываешь? Ну, это по-разному бывает. Не всегда же можно идеально играть. Хотя я очень много выиграл в этом году турниров, но тяжело. Как бы иногда всегда играть хорошо, это очень тяжело. Свою игру здесь как расцениваешь? Ну, можно было получше сыграть. Там были моменты, где можно было получше сыграть. За счет чего? Собранности чуть-чуть. А, Саша, мы с тобой вот на эту тему уже говорили, что у тебя постоянно ты восьмой шар, у тебя натурально квадратный. Что происходит? Ты не попадаешь в зону? Да не знаю, как-то вот... Мне кажется, что все-таки это у меня чувство, не хочется заканчивать игру. Вот такое может быть. Странно вроде закончить игру, забить, послать, да, вроде бы это хорошо, да. А все равно процесс приятнее. Ну что, готовность к финалу как у тебя? Завтра посмотрим. Хорошо, спасибо. Ну что же,
Ну, не может не импонировать этот молодой человек, имею в виду Александра Пономаря.